мы поехали в отель, заселяться в первый отель, сняли деньги в банкомате в аэропорту, взяли за это 220 бат налог. Ой, ну как, комиссия. Вот. Поэтому сейчас попробуем карточкой Union Pay рассчитаться в отеле. И... в общем, мы прилетели в Бангкок, получили багаж. В аэропорту в банкомате сняли деньги с Union Pay. За это берется 220 бат. Поэтому сняли сразу побольше. Поехали. Поехали заселяться в первый отель. И обедать, и отдыхать, и гулять. Итак, мы прилетели в Бангкок, получили достаточно быстро багаж, да, Дима? Ну, потому что прошли, у нас было приорити. Прошли все там заново. В общем, мы прилетели в Бангкок, очень быстро прошли все проверки, потому что там всегда работает миллион человек, все, мой рост моментально все очереди проходится, получили багаж очень быстро, поменяли в сняли в банкомате денег с карты Union Pay, за это берется 220 бат комиссия, взяли такси, поехали в нашу первую гостиницу. Сегодня мы остаемся в Бангкоке, сейчас пойдем отдыхать, наслаждаться, заселяться и, наверное, по всему будем снимать рум-тур. Так, 23.14, да. Сейчас мы наш номер найдем. 23.16, 15, 23.14. Так, сейчас Ира, как обычно, разберется, как это делается. Не работает. Ну, конечно, я скажу честно, это вау. Работать за столом с таким видом, это, конечно, нереально. Мы... Стекла, конечно, немножко грязноваты, но я думаю, можно простить. Смущает наличие, конечно, кухни, но ничего страшного. Тут есть даже какой-то холодильник. А, мини-бара нету, да, я так поняла. Шкаф. Дима тут уже есть. А, уборная. Все здорово. Тут можно вот душ принимать с таким видом. Конечно, просто потрясающе. Нереально красиво. Божечки. Очень красиво. Прям симпатичный номер, честно говоря. Мы заказали курицу. Ну, оказалось, не совсем курица. Ну, пусть будет эта курица. Ну, какая вот курица в Бангкоке? А, ну, вот такая вот, такая бангкокская курица, блядь. А, кто-то скучал по Хайнекену. Кто-то по вкусному мохито. И вот такой невероятный, а он, смотри, просто, просто невероятной красоты. Видно все на, не знаю. Весь Бангкок. Это Бангкок. Нет. Вертолетную площадку можно увидеть. Она вот. Ну, конечно, нереальнейший вид. Просто и там вон фотография, наверное, самого главного. Ну, может быть, и нет. Не, это король, да. Это новый король. Только представьте, что вечером вас ждет вот такой роскошный вид, где уже абсолютно незаметно мелкие недочеты. Зеркало. Просто сумасшедше красиво. И, собственно говоря, итак, история, почему мы задержались в Бангкоке. Потому что мы, ну, во-первых, если вы прилетаете в Бангкок после обеда,
что не стоит планировать ехать на Качанг, потому что паромы до острова ходят до 18:30 вечера. Поэтому, а ехать с Бангкока до парома примерно 4 часа. Поэтому, если вы прилетаете после часа, то уже нету вариантов успеть на остров Качанг. В связи с этим надо планировать оставаться в Бангкоке заранее. Мы же заказали трансфер на всем известном таком портале, как GetTransfer. Они с нас взяли деньги, подписались на то, что увезут. И когда осталось уже более суток, и отказаться от трансфера нельзя без потери денег, а стоило это больше 13 тысяч рублей, то они сообщили, что придется ночевать на пирсе. На что мы ответили, что мы не готовы ночевать на пирсе и, скорее всего, лучше мы останемся в Бангкоке. Нам GetTransfer говорит, ну извините, деньги вернуть не удастся. Вот путем долгих переговоров, а пишете вы им по телефону, отвечают на русском языке, но претензии все и вопросы необходимо писать по электронной почте. И когда ты пишешь им на русском языке, отвечают тебе всегда на английском языке. И вот это вот непонятки, и вот это долгие переговоры, которые ни к чему не приводят. Пока им нужен трансфер, они с тобой там щу-щу-мы-щу, все хорошо, и там, и давайте мы вам и трансфер организуем, и в прокат автомобиль организуем, и экскурсии организуем, но когда ты уже оказался в такой ситуации, помощи от них особо ждать и не стоит. Ну вот путем того, что мы напрямую с водителем связались, договорились, водитель тоже сначала так, потом вроде в трансфер включен, оказалось, надо за паром доплатить, за то, что мы остались в Бангкоке, это оказалось дальше еще надо доплатить. В итоге нам трансфер обошелся с нервами и 15 тысяч рублей. В связи с чем вот я не рекомендовал бы этим GetTransfer'ом пользоваться, лучше, мне кажется, приехать, да, такси нанять. Ну, немножко подольше там поищите, да договоритесь. И так будет, наверное, надежней. Вот, в принципе, история того, почему мы остались в Бангкоке. Ну и видео из Бангкока у нас получилось скомканное, потому что перелет был долгий, алкоголя было много, и мы немного подустали и легли спать. Поэтому следующее видео – это будет дорога на остров Качанг. Спасибо за внимание.